Поздравляю вас с новым 2019 годом. Этот год для нас юбилейный. Челябинской области исполняется 85 лет. Мы гордимся ее историей, приумножаем ее достижения, строим планы на будущее. В новом году будут реализованы большие проекты. Мы продолжим благоустраивать города и села, строить школы и стадионы, готовиться к большим международным мероприятиям, выполнять социальные обязательства и ваши наказы в программе «Реальные дела». Вместе мы добьемся успеха. Пусть в наступающем году у вас все сложится хорошо. Сбудутся светлые надежды и принесут в ваш дом радость, счастье и любовь. Здоровья вам, благополучия и взаимопонимания. С праздником, дорогие земляки! С Новым годом! Дорогие южноуральцы, Новый год входит в наши дома. И не важно, сколько нам лет, как в детстве мы украшаем елку, готовим подарки, ждем боя курантов и загадываем желания. В это время мы подводим итоги уходящего года. Каждому из нас он принес что-то свое. Радости, встречи, открытия. Не обошлось без испытаний, но они сделали нас сильнее. Дорогие мои земляки, Новый год – это новые, чистые страницы нашей жизни. И только от нас с вами зависит, какими они будут. В новом году мы будем отмечать 85 лет образования Челябинской области. Давайте заполним это время созидательными делами на благо региона, на благо нашей малой родины. Я очень хочу, чтобы Новый год мы прожили достойно. Пожелаем друг другу успеха, счастья, мира, старшему поколению заботы и внимания, а детям теплого дома, родительской любви. Пусть каждый в новом году сделает шаг к своей мечте. С праздником вас, дорогие мои земляки! С Новым годом! Дорогие кипчане, примите поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым. Новый год дает нам всем надежду на лучшее будущее. В 2019 году хочется, чтобы всем землякам принес Новый год новые удачи, достижения. Приумножено было, чтобы все самое доброе и ценное. В канун Нового года мы все подводим итоги. Уходящий календарный год был для кипчан годом напряженного труда и созидания. Что-то получилось, что-то не совсем. И жители Копейска сделали очень многое, чтобы округ продолжал развиваться и двигаться вперед. Спасибо всем землякам, кто строил дома, открывал новые производства, кто лечил и обучал наших детей, кто весь год добросовестно трудился на благо Копейска. Хочется пожелать всем, чтобы 2019 год был для вас счастливым и добрым, принес тепло и радость в каждый дом. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, любви родных и близких. С Новым годом! Уважаемые копейчане, дорогие мои земляки, хочу от души вас поздравить с новым 2019 годом. Ушел в историю 2018 год. Для кого-то он был успешный, были задачи, те, которые поставлены, решены. Для кого-то не очень успешны. Но самое главное, когда вы соберетесь за праздничным столом со своими родными и близкими, с друзьями и коллегами, а может быть, просто в кругу семьи, вот это настоящее счастье, потому что рядом с вами добрые, надежные, отзывчивые люди, которые всегда могут прийти к вам на помощь. Уважаемые копейчане, хочу пожелать вам в новом 2019 году, чтобы ваша жизнь была успешной, чтобы ваши проекты были успешные, и работа тоже, чтобы доставляла вам удовольствие. А ваши приобретения, чтобы были удачными. И самое главное, чтобы в жизни было спокойствие, порядок, благополучие. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю крепкого здоровья и счастья. С праздником, дорогие копейчане!